Санаторий профилакторий комбината «Запорожсталь» готовится к новому оздоровительному сезону. В осенне-зимний период сюда приезжают отдохнуть не только работники предприятия, но и жители города. Подробности в нашем следующем репортаже. Не только в жаркое время года, но и осенью, и зимой санаторий профилактории «Запорожсталь» не пустует. Сюда круглый год приезжают желающие поправить свое здоровье и просто насладиться живописной природой острова Хортица. Михаил Моисеев отдыхает здесь уже в третий раз. Я вот и в осенний, зимний период тоже. Здесь очень хорошие природные условия отдыха. Чистый воздух, рядом же вода, Днепр. Природа богатая такая. Так что в осенне-зимний период тоже можно приезжать сюда и очень хорошо совмещать это со оздоровительными вот профилактическими мероприятиями, которые можно проводить вот в санатории профилактории «Запорожсталь». Отдыхать в профилактории будет еще комфортнее. Помещения и коммуникации реконструируются. Запланированные мероприятия, это прежде всего по санаторию и профилакторию, будет у нас в зимний период. Это подготовка теплотрасс, систем водообеспечения, теплообеспечения, утепление окон, подготовка крыш. Ну и прежде всего текущий ремонт батарей и основных стояков. В профилактории знают, как сделать отдых не просто приятным, но и запоминающимся. Благодаря насыщенной культурной программе здесь каждый может найти занятия по душе – и молодежь, и ветераны. Прежде всего, это концертная программа, просветительская программа. Ну и один из видов таких – туристическая. То есть у нас автобусы комбинат выделяет. В основном это ездят по заповеднику Хортица. Вот если ветераны, то их на переправу возят в театре. Санаторий и профилактории комбината «Запорожсталь» – отличный выбор каждого, кто заботится о своем здоровье. Благодаря сочетанию домашнего уюта, комплексу медицинских услуг и незабываемой энергетики острова Хортица, эта здравница стала любимым местом отдыха многих жителей Запорожья в любое время года. Я получаю шикарный отдых, я получаю массу удовольствия. И я действительно отдыхаю, расслабляюсь, набираю сил. Всем рекомендую сюда ехать. И большое-большое спасибо работникам «Запорожсталь», работникам профилактории. Вообще я благодарю возможности, что вот у меня она есть сюда приезжать.